Для Тамбовского института имени Рахманинова заграничные гости – это не редкость. А мы стараемся их не упустить и познакомить с нашими зрителями. Ведь все гости – известные европейские музыканты. Это значит, что разговор с ними будет интересным и познавательным. Известный итальянский гитарист Флавио Сало родился в маленьком провинциальном городке с населением 8500. В 7 лет отец начал учить сына игре на гитаре, и мальчик просто влюбился в этот инструмент и больше уже с ним не расставался.